дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар. И не отдел, не отдел. То есть, когда ты что-то делаешь, думай. Ты делаешь это для чего? Для того, чтобы тебе похлопали? Или чтобы прославить Господа? Это разница большая. Кому, кому ты славу несешь? Бесам и демонам или Господу Иисусу Христу тоже интересный вопрос, да? Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, мы были когда-то мертвецами с вами, по нашим преступлениям. Мы, но мы сегодня, по вере в Иисуса Христа, посажены на небесах и смерть настолько туда провожает. Смерти просто нет, как таковой. Да, она есть как термин, но ее не существует, потому что Иисус Христос уже победил смерть. Он победил грех, он победил и разрушил дела дьявола на этой земле. Аминь. Мы сотворены Богом, еще тут мы узнаем, что для добрых дел мы не хвалимся нашими делами, мы хвалимся Господом. Мы спасаемся не по делам, мы спасаемся через веру по благодати Божьей. Читаем с 11 по 13 стих. Итак, помните, что вы как некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными. Язычники по плоти необрезанные. Это необрезанные. Евреи так, знаете, любят превозноситься над другими. Это необрезанные. Или мусульмане. Есть такой грешок, да? Так называемое обрезание плотским обрезанием, совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета, чужды завета в обетования, не имели надежды, и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Иисуса Христа. То есть, когда мы были язычниками, нас так называли правоверные евреи. И мы были очень далеки от Бога и от общества Израильского. А теперь мы близки через кровь Иисуса Христа. Иисус сблизил нас духовно, одним Духом сблизил нас всех. Аминь. 14 стиха читаем и до конца, до 22. -го. Ибо Он есть мир наш, соделавший. Из, из обоих одной, разрушивший, стоявшую среди нас преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением. Друзья, подчеркните, 15 стих, это важно. Сейчас чуть-чуть поразмышляем. Упразднив, то есть убрав вражду плотью своей, а закон заповедей учением. Закон заповедей тоже убран через учение Иисуса Христа дабы из двух создать в себе самому одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем и придя благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через него и те, и другие, и дальние, и близкие, и те, кто под законом, и те, кто под грехом, имеют доступ к Отцу в одном Духе, через Духа Святого. Наш залог – наследие. Да? Залог. Дух Святой – это наш залог. То, что нас ожидает в будущем. Итак, вы уже не чужие, вы уже не пришельцы, но сограждане святым и свои, Богу, Господь нас называет своими. Быв утверждены на основании, подчеркните, апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Обратите особое внимание, друзья, на 15 стих. Этого отрывка. Сейчас будет камень в огород законников. Извините. Но это не я, это же апостол Павел пишет, правильно. Вот Его и судите. Что Иисус убрал через смерть свою и воскресенье? Обратите внимание, Иисус убрал вражду, раз. Утихомирил ненависть и бурю в сердце человека, в сердце грешника, простив его как грешника. И второе. Убрал закон заповедей. А вот это тоже интересно, да? Убрал закон заповедей. Читаем внимательно, не пропускаем ни слова. То есть... А убрал закон моисея убрал там сколько там 600 предписаний к закону который человек чисто физически не может исполнить верно не радость ли это для нас ну друзья ну 15 стих еще раз прочитаем упразднив вражду, упразднив за а закон заповеди учением а упразднив закон заповеди упразднив то есть убрав чем учением своим а вражду убрал плотью своей, то, что умер за грехи грешника. Нам не нужна суббота, нам не нужно обрезание, нам не нужна десятина. И понятия такого, как чистое, нечистое, в Писании уже нет как такового, друзья. По крайней мере, для языческих народов так точно. Потому что Иисус все это устранил своей смертью и своим воскресением. Аминь. Аминь. Где? Услышу я ваш аминь. Вот это слово «упразднил» еще знаете, как переводится с греческого оригинала? «Оставлять без дела» – закон заповедей. «Оставлять без внимания», «упускать», «отменять», «уничтожать» – закон заповедей. «Упразднять» освобождать от закона заповедей. Выбирайте любой термин и прикладывайте. Тут, в принципе, что не приложи, все и так понятно. А тем, кто по-прежнему в христианстве пытаются исполнять какой-то закон, задумайтесь. А не идете ли вы своими законами против благодати, против самого Иисуса Христа, теряя свое спасение во Христе Иисусе? Это очень серьезное предостережение для нас стоит задуматься. Апостол Павел заявляет, что наше основание – это жизнь и учение Иисуса Христа, а также жизнь и учение святых апостолов. Да и аминь. И больше ничего и никто. Поэтому ничего не добавляйте и не убавляйте от Писания, чтобы вам не погибнуть в вашем пути. Это очень серьезная вещь. Обратите внимание, вот эти труды там старцы, какие-то вот православия есть там, предания старцев на уровень с Библией, друзья. Мы доверяем написанному Слову Божьему. Вот все, что здесь написано, мы верим. В Новом Завете мы доверяем жизни и учению Иисуса Христа. Покажи, где Иисус э, так жил, так поступал, как ты мне предлагаешь, или как как он этому учил, покажи. Или покажи, как учили апостолы Христа и как жили. Если же апостолы Христа так жили, как ты мне говоришь и предлагаешь жить, я буду так жить. А если нет, извини, я твое учение не принимаю. Если апостолы Христа не учили тому, что ты мне учишь, значит, извини, я этого не буду принимать. Если Иисус этому не учил тому, что ты мне учишь, значит, я этого не буду принимать. Видите, апостол Павел говорит, имея Иисуса Христа основанием и учение апостолов, все, больше никому ничему мы не доверяем. Потому что мы христиане. Вы можете, конечно, там читать книжечки какие-то, доверять там преданиям. Это ваше право тратить жизнь на все это, на всю эту муть. Я хочу читать чистое словесное молоко и пребывать в нем. Да, я могу прочитать какую-то книжечку, но это не авторитет для моей веры. Я могу что-то принять, что-то отвергнуть. А вот когда я читаю вот это, вот здесь я должен все принимать. Слышите? Вот тут будьте осторожны. Лариса, ну так это же Иисус сказал. Это же Иисус пришел исполнить закон. Если бы он не исполнил закон, он бы не воскрес из мертвых. Он Бог, и только он исполнил закон. А кто еще исполнил закон в этом мире? Можете мне назвать, кроме Иисуса Христа? Так а смысл тогда его исполнять? Иисус, да, исполнил. Поэтому я верую в него и спасаюсь, а не исполнением закона. Чувствуете разницу? Иисус исполнил, никто не спорит. Но это не значит, что мне сейчас нужно на восьмой день обрезывать своего сына там, или самому бежать обрезываться. Почему бы и нет? Иисус же обрезан был, так и мне тогда надо обрезываться, получается. Понимаете? То есть можно так до маразма вообще дойти. Иисус исполнил, конечно, никто не спорит. Так он же это сделал специально для нас, чтобы мы, веруя в него, спаслись. Преступник на кресте, когда висел, какой закон он успел исполнить? Никакой. Он поверил в Иисуса Христа и спасся. И мы спасаемся через веру, а не через дела закона. Вот что Иисус хотел сказать, вот что нам и констатирует апостол Павел. Все очень просто. А крестик носить можно, Ян? Носи, конечно, можно. А кто тебя запрещает? Носи. Я не ношу, для меня это как бы: во-первых, я вообще не люблю, когда что-то есть. Я вот это единственное, что терплю, обручальное кольцо на пальцы. Ну, я уже привык, я его уже 25 лет ношу. Вот. Я уже привык, не обращая на него внимания. А просто я уже что только не носил. И крестики, и что-то только на меня не было. Часы, все с меня слетает. Очки летят в дребезги. Этот крестик постоянно обрывается. Понимаете, я не знаю, как люди носят на себе какие-то... И причем идут в душ с этим крестиком, спят с этим крестиком. Я не могу. Я поносил этот крестик, когда-то еще давно в молодости носил крестик, там, ну, неделю. Потом он у меня обрывается, все, ну, думаю, зачем я его ношу? Что он… Понимаете, но если для вас это представляет ценность, носите это не грех. Но я не вижу в этом смысла. Потому что крестик останется на земле, а душа моя пойдет на небо или под землю. Поэтому мне нужно крестик э, в сердце носить. Это прежде всего и брать крест свой, следовать за ним то есть быть готовым. Ради, э, ради Господа умереть для своих амбиций и желаний. Вот что такое. Это духовный смысл в этом. Если вам это помогает, ну... Я не категорично против там православных, я знаю, что там любят, но я просто не вижу в этом смысла. Я не ношу, но я верю в Иисуса Христа. Дух Святой есть на, на э, залог моего наследия. Спасение и наследие, а не крестик. Ну, мне он мешает, например. Я, я не вижу смысла. Компактно, легко. Лариса, вы так хотите исполнить закон? И так пытаетесь как-то так себя убедить в том, что это надо делать. Там точно, там четко написано. Все, ушло. Теперь учение Иисуса Христа. Все. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Там, и так далее, и тому подобное. Ну, на горную проповедь читайте, вот это то, что для вас. А в основе любовь, Иисус сказал, люби Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя, на этих двух заповедей держится весь закон и пророки. Все! Поэтому не пытайтесь подстроиться и добавить что-то к крови Иисуса Христа. Будьте осторожны, чтобы не уйти в законничество. Это очень опасные вещи. Крови Иисуса Христа достаточно для вашего спасения? Веры вашей достаточно во Христа для вашего спасения? Или еще что-то надо? Вот это когда вы говорите «и может быть еще что-то», «и суббота», «и обрезание». Ну это же уже проходили первые христиане когда от иудаизма к христианству шли. Христиан заставляли обрезываться, христиан заставляли исполнять субботу, христиан заставляли там десятину платить. Христиане взвыли, язычники взвыли. Говорят, да что вы за на нас такое бремя? И тогда апостолы собрались, первый апостольский совет был тогда, почитайте деяния апостола. Они сказали не налагать никакого бремени на язычников, кроме там, ну чисто символически, не кушать с кровью, не кушать удавленины не блудить и не желать того, чего себе не хотите. Ну чисто формально просто озвучили, чтобы, ну, чтобы ну, как бы обрадовать и утешить язычников христиан. Понимаете, ну же христиане уже возмутились, говорят, да вы что? Мы что, вышли из греха или из закона, теперь в новый закон нас хотят погрузить в церкви? Ну, ребята, ну вы что? Какой закон? Если, если ты веришь в Иисуса Христа, спасаешься. Все, Иисус Христос сделал достаточно для твоего и моего спасения, Лариса. Все, не надо ничего добавлять. Просто не хочу заблуждаться. Ну вот мы с вами для того здесь и размышляем, чтобы в дальнейшем не заблуждаться. Это не говорит о том, что мы уходим в беззаконничество, вседозволенность. Это другая крайность. Я не об этом сейчас говорю. Понимаете, христианский путь это такой осторожный путь, как знаете, как на канате. Не уйти ни вправо, ни влево. Можно уйти с одной стороны в законничество, а с другой стороны можно уйти во вседозволенность. А, так благодать, давайте грешить. Апостол Павел говорит, так что давайте тогда грешить? Нет. Нет. Грех тоже приведет нас в погибель, как и исполнение закона приведет нас в погибель. Потому что не исполнением закона спасаемся. Вы понимаете, как тонко, поэтому мы должны идти прямо, веруя. В Иисуса Христа спасает нас Христос. А, и плюс наши дела, добрые дела в Нем идут вслед за Ним. Поэтому вот так. Да, вот хороший вопрос. Зачем мне это надо? То есть зачем я иду, допустим, в церковь в воскресенье? Ну, то есть я это делаю по закону, или зачем я даю десятину? Ну, в самом слове, допустим, нету ничего плохого, если ты от зарплаты 10% даешь. Но только это делай сам, зачем учить об этом? Да еще и называть это десятиной, потому что десятина, например, вообще денежной нет. Но в Библии нет денежной десятины, вообще нет. Есть десятина продуктами, которые давалось при храме, э, левитам. Так храма уже нет, левитов нет. Какая десятина, о чем вы говорите? Надо честнее просто быть в церкви, не брать вот эти термины и пытаться одевать на христианство. То, что было в прошлом, это в прошлом. У нас сейчас добровольные пожертвования, пожалуйста. Никто никого не а, заставляет платить десятину, да, как у нас когда-то в церкви, в первой я был. Но нас не стращали, просто такое учение было, что надо давать десятину. Я зарплату получаю сразу 10%. Вы понимаете? Но это же заблуждение, нету такого в Писании, нету. Десятина никогда не давалась деньгами, никогда, ни в Ветхом, ни в Новом Завете. «Как вы относитесь к молитвам Марии за нас и святых?» Так Марии уже нет, она вечность. Вечности. Мария — это человек. Как я отношусь? Как я отношусь, к, допустим, к моей жене, которая молится за меня? Так же, как и к Марии. Какие проблемы? Ну, Мария, да, избрана Богом, и через нее произошел э, Иисус Христос. Ну, ну, Мария человек. Мария это человек такой же, как и вы, как и я. Как я отношусь? Как и к своей жене отношусь, которая молится за меня? Ну, просто Мария уже в вечности. Зачем мне о ней вспоминать? А Иисус Христос единственный посредник между мной и Богом. Вот и все. Любые пожертвования. Да, любые, совершенно верно. Да, я могу отделять десятую часть, я могу двадцатую часть отделять, а могу вообще не отделять. И Бог меня за это не покарает, потому что мое спасение во Христе, а не в десятине. Понимаете, да? Мое благословение во Христе и спасение, а не в десятине, или в субботе, или в обрезании. Давайте взрослеть, давайте, пусть Господь нам открывает глаза. Хотя Бог не против этого, и я не против. Пожалуйста, если ты себе решил, делай это не делай, но делай это не по закону, а просто чистого сердца. Вот и все. Вот и все.